Да, смотри. Все, нормально. Да. Господин Саакашвили, вопрос такой. Что нужно сделать так, руху новых сил, чтобы даже без Михаила Саакашвили, без Михаила Саакашвили внутри страны, рух новых сил мог... Подойдите к микрофону. Не-не-не, выкажите, мы будем удивляться. Я подумаю. А почему? Как вы дошли? Да давайте я скажу. Підходьте до моніторга. Там треба звільнити з доступу. Господин Саакашвили, вопрос такой, как сделать так, чтобы рух новых сил без Михаила Саакашвили внутри страны мог превратиться в живую силу, которая бы актив двигался бы сам и работал, и мог за счет внутренней партийной демократии мог работать без Саакашвили своей внутренней силой, со свободой слова внутри, со свободой демократии внутри партии, и мог бы превратиться вот в живой организм. Как сделать это? Молодец. Я понял ваш вопрос. Я хочу сказать, большими идеями, только большими идеями. Огромное количество тем есть сейчас в Украине, которые ни одна партия не трогает, ни один большинство, то есть почти никто из политиков не трогает. Почему? Потому что это связано с этим олигархом, с тем олигархом, с договорником с властью, с какими-то схемами, с их прошлой жизнью. И они просто избегают или просто тупо не доходят до этих тем. Реально в политическом дискурсе Украины актуальных тем очень мало для людей, которые реально что-то значат для людей. Давайте вместе эти темы находить. Когда у нас будет большие идеи, они всегда будут важнее, чем отдельно взятая личность, даже если там личность Хмара, или тем более там менее значительные, там Саакашвили или кто-то. Все равно должна быть большая идея. Большие идеи всегда заводят за собой, приводят людей, и они, знаете, вот я, например, вы знаете, что у меня много последователей в Грузии, естественно, вот там они нашли эту идею. Там я даже практически не участвую, естественно, физически я тоже там нет. Вот настолько они нашли эту идею в Грузии сейчас, что сейчас вокруг все закрутилось вот там в моей партии, потому что у них, они говорят, что там вопрос с банками связан, вопрос связан с правительственной системой финансовой, но настолько это касается каждого грузина, что, например, сейчас весь политический дискурс полностью взяли наши сторонники, даже без моего особого участия, потому что они нашли вот эту идею. Вот такие идеи нам нужны в Украине. Это очень важно. Когда есть большая идея, там не надо никого агитировать, уговаривать. Люди сами туда приходят. Давайте вести внутрипартийные дискуссии, как формулировать это. 1, 2, 3 пункта этой большой идеи. У меня есть свои наработки, я предложу их вам. Но я думаю, что гораздо круче было бы, если бы вы от вас это пошло. Вы говорите про внутреннюю демократию, но она должна быть демократией нашего, в отношении этих идей. Давайте вместе выдвигать эту большую идею.